Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал! Не забудьте подписаться на мой канал и включить уведомления, чтобы быть в курсе последней информации и событий. Яркое заявление об Эбру Шахине и Энгине Акюреке. Было сделано быстрое заявление о любимых актерах последнего периода Энгине Акюреке и Эбру Шахине. Журналист Ариф Фур заявил, что Акюрек и Шахин могут разделить ведущую роль в одном и том же проекте после того, как закончат свои текущие проекты. Это заявление взволновало фанатов Шахина и Акюрека. Неожиданное заявление было сделано об Энгине Акюреке, который готовится вернуться на экраны в сериале «Побег», и об Эбру Шахине, сыгравшей главные роли в «Дистане». Журналист Ариф Фур предположил, что Энгин Акюрек и Эбру Шахин могли сыграть главные роли в том же сериале после завершения их проектов. Ариф Фур написал в своей статье следующее: «Согласно тому, что я слышал, дуэт Эбру Шахина и Энгина Акюрека, которые в наши дни стали новыми фаворитами продюсеров. Об этом громко говорили, что у этого дуэта есть серьезная фанатская база, что они могут участвовать в одном и том же проекте после того, как их текущие проекты будут завершены. Я хотел бы отметить, что миллионы поклонников ждут, когда этот дуэт примет участие в одном проекте, что указывает на то, что они могут составить хорошую пару как с точки зрения визуальной гармонии, так и с точки зрения визуальной гармонии». Сколько ей лет? Эбру Шахин родился 18 мая 1994 года в Стамбуле. Эбру Шахин 27 лет, красивая актриса, которая изучала актерское мастерство после окончания факультета естественных наук Стамбульского университета спорта, начала свою карьеру с фильма «Кровавые деньги» в 2016 году. После первого проекта Эбру Шахин, участвовавший в фильме «Мой отец и воин», обратил внимание на своего персонажа Бурку в сериале «Стамбула Гелен». Эбру Шахин, которая была приглашена в качестве приглашенной актрисы в телесериале «Запретное яблоко», прославилась благодаря персонажу Риян, которого она сыграла в сериале «Вечерний». В настоящее время Шахин играет Акиза в сериале «Дистан». Кто такой Энгин Акюрек? Энгин Акюрек родился в Анкаре 12 октября 1981 года. Энгин Акюрек – выпускник Анкарского университета, факультета языка, истории и географии, факультета истории, участвовал в конкурсе «Звезды Турции». Он первым вошел в мир искусства на шоу. После окончания конкурса он присоединился к актерскому составу телесериала «Жених-иностранец». Акюрек, сыгравший роль Кадира Садыкоглу в телесериале «Жених-иностранец» в период с 2004 по 2007 год, сыграл Джавата в фильме «Кадер» в 2006 году. В период с 2007 по 2008 год он появился перед камерой в роли Низипли в телесериале «Карелан», который транслировался на АТВ. Он сыграл персонажа Керима Ильгаза в телесериале. Вместе с Фарах Зинеп Абдулла он сыграл главную роль в фильме «Дело Бикучука и Люль», вышедшем на экраны в 2014 году. В 2014 году он сыграл Амира Демира в сериале «Кара Пара Ашк», в котором разделил главную роль с Тубой Бикустюн. Он был выбран лучшим актером на международной премии Seoul Drama Awards 2015 и Эмми в категории «Лучший актер». Акюрек недавно появился в «Сифирин Кейзет». В 2022 году он появится на экранах с сериалом «Побег». Мы подошли к концу еще одного видео. Не забудьте подписаться на нас, активировать уведомления и поставить лайк нашему видео. Увидимся в другом видео. Береги себя. До свидания.